В Одинцовском городском округе за 2019 год на всех парковых территориях было проведено почти 2000 спортивных и культурно-массовых мероприятий. За 12 месяцев более 2 миллионов человек побывало в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной, в парках Захарова, Раздолье, Героев Отечественной войны 1812 года. Так самой посещаемой за 2019 год стала Лазутинка, почти 1,5 миллиона гостей.